Всем привет! Сделал я овощ-бургер, кушаю. И вы знаете, мне понравился. Сделать его несложно. Берем обычную лепешку, разрезаем на 4 части, а потом каждую часть еще вдоль разрезаем. Вот. Каждую четверть. А в прижарку я положил морковь. Ну, правда, в этот раз желтую морковь такую для плова специальную. Свеклу тертую. Морковь потер. Свеклу потер на терке. Лук порезал репчатый. И поджарил на оливковом маслице. И еще добавил молотые специи. Молотый лавровый лист и молотый черный перец. Вы знаете, поджарил я эту морковку с луком, со свеклой, со специями на оливковом маслице. Добавил сюда внутрь. И с удовольствием так кушаю. Вкусненько так. Но можно было бы еще сыра положить, но это такая... У меня растительный вариант, вегетарианский, чисто, строго. Вот захотелось мне. Не, правда вкусно. Попробуйте как-нибудь. Гляньте. Просто-напросто морковь тертая со свеклой, пережаренная с луком на маслице, со специями. И получается вот такой, я назову овощ-бургер. Ну, видите, ой, развалился. Сейчас возьму поаккуратнее. Во. 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 Веджи-бургер. Правда вкусно. Попробуйте. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрия Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.